ваше общение напоминает, вот с региональным, как говорится, оператором, напоминает одну вещь. Вот как-то лет 20 назад, будучи еще довольно-таки молодым, в Саратове пришел в ресторан «Волна» есть такой. Ну и попросил 3 по 150. Подождите, минуточку. Прям секунду, минуту. 3 по 150 спросил. Ты попросил пепсиколу бутылку, слил туда, там не хватает. Вот давайте назначим комиссию и посчитаем все наши объемы города Балаково, посчитаем квадратные метры жильцов, все расценки, и мы выведем, что надо будет транспорта, который имеется во всей Саратовской области, чтобы вывезти с одного города Балаково. Я в этом уверен на 101%. И сразу возникает вопрос. Извините, вы такие же мошенники, как те люди, которые в ресторане мне не доливали водку. Вот и все. Как вас зовут? Александр Павлович. Александр Павлович, у меня к вам просьба. Вы в окно смотрите, вы с кем-то там общаетесь, мы же здесь вообще-то стоим, находимся. Вы смотрите, нам хотел бы. Это что? Следующий вопрос, пожалуйста. Важно для вас, я могу вам посмотреть в глаза.